Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о народных приметах, о советах, о традициях, которые передались нам от наших предков, для того, которые научат нас, как делать так, чтобы в нашей жизни всегда был достаток, изобилие и благополучие. Обязательно просмотрите это видео до конца. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео. Это лучше благодарность от вас, а в комментариях напишите «благодарю». Вы знаете, многие народные приметы передались нам от наших предков для того, чтобы облегчить нам жизнь, но, к сожалению, некоторые из них были утеряны, и эти учения собирались годами для того, чтобы возможно было исправить то, что человек желает. Ведь если человека что-то не устраивает, то за что он бы не брался, у него с первого раза не будет получаться, а порой и вообще тяжело будет достичь гармонии в душе и притягивать к себе положительные энергии. Важно научиться избегать такого состояния, а также других неприятных жизненных моментов и ситуаций. Ведь от этого зависит уровень жизни, спокойствия и, конечно же, того, что будет ее наполнять. Немаловажным является и то, что когда человек получает важные для него энергии, нужно научиться ними управлять, а также уметь удержать их возле себя, а только затем приумножить. Каждый из нас мечтает быть счастливым, любимым, иметь много денег, но мало кто задумывается о том, что нужно уметь ценить это, когда приходит, соблюдать правила, использовать только во благо, ни в коем случае не становиться другим человеком, чем были в то время, когда всего этого не было. Некоторые люди скажут, что это легко, но на самом деле это совсем не так. Испытания нужными энергиями проходят только сильные духом люди, которые готовы меняться в лучшую сторону только для того, чтобы достичь желаемых планов и получить то, к чему они так давно стремились. Каждый день недели, который мы с вами проживаем, имеет свою энергетику. С его помощью также можно корректировать свою жизнь, сохранять то, что важно, и отпускать то, что мешает идти вперед, делая это правильно и в нужный момент. Используйте эти советы, о которых мы сегодня с вами далее поговорим. Придерживайтесь этих народных примет и обходите, соответственно, острые углы стороной, а все хорошее, что вы имеете, приумножайте и становитесь богаче и счастливее. С понедельника начинается неделя, и на этот день люди часто много всего планируют, чем допускают большую ошибку, ведь это день с тяжелой энергетикой, и в этот день проще что-то потерять, чем найти или обрести. Не стоит начинать никакие новые дела, так как все они будут безуспешны. Никогда не отдавайте долги, не погашайте кредиты в этот день, так как лишитесь и денежной энергии, а вернуть ее будет очень непросто. То же самое касается просьбы одолжить у вас деньги. Если кто-то придет с такой просьбой, так и знайте, что это завистливый человек, который делает это целенаправленно для того, чтобы отобрать у вас денежную энергию. А к этому всему вам данный долг никогда и не вернут. Не стоит в этот день пересчитывать свои сбережения, иначе придется потратить крупную сумму денег на непредвиденные моменты, которые будут вызваны проблемами со здоровьем. Не стоит делать и крупные покупки, так как такая вещь быстро вам надоест, и вы не получите от нее желаемое удовольствие, а только разочарование, и оно быстро сломается или порвется. В этот день получится приумножить финансовое положение только людям, которые родились в понедельник. Для этого нужно отдать купюру любого номинала на благотворительность, при этом проговорив такие слова: «Денежная энергия, твои законы чту, поэтому тебя в своей жизни увидеть хочу. Поскорее помоги, финансовое положение мое в лучшую сторону измени». Проделав это, ваши финансы быстро вырастут. Проявите больше внимания к своей второй половинке, это сделает ваши отношения особыми. Во вторник также нельзя связываться с долгами никому, а вот тем, кто в этот день родился, наоборот, стоит взять в долг, даже если вы не нуждаетесь в этих деньгах. Так вы сможете приумножить свое финансовое положение и в дальнейшем долг обязательно отдавайте левой рукой. Люди, которые родились в этот день, умеют управлять денежной энергией, она любит их, но им нужно научиться быть терпеливее, так как часто вам хочется получить все и сразу, из-за чего вы расстраиваетесь и этим самым периодически отпугиваете денежную энергию. Как только вы измените эту привычку, сразу все наладится и никогда не будет впредь ненужных проблем.
Постарайтесь в этот день больше улыбаться. Счастье придет к вам. Всем людям, которые хотят приумножить денежную энергию в этот день, нужно в свой кошелек положить рыбью чешуйку, корочку апельсина, фасоль, заговоренную монету или неразменную купюру. Денежный амулет выберите на интуитивном уровне. В среду обязательно нужно помочь знакомому человеку, который нуждается в помощи. Так вы притянете энергии добра, которые сделают ваше энергетическое поле крепче, что поможет вам справиться с помыслами недоброжелателей. В этот день нужно заговорить соль на богатство, которую нужно использовать при приготовлении пищи и благодаря этому менять свое финансовое положение в лучшую сторону. Для этого возьмите емкость, положите в нее желтую монету большого номинала, засуньте ее в соль, далее подожгите тоненькую свечу и засуньте ее в сольничку. При этом проговорите такие слова: «Энергия огня, денежную привлеки, монете помоги, соль ее впитай и мне в нужные моменты возвращай, а также приумножать помогай». Свечу, когда догорит, выбросите, соль используйте, и с каждым приготовлением вы будете становиться богаче. В этот день хорошо покупать какие-то вещи для дома, они будут радовать вас и наполнять дом хорошими энергиями. В четверг стоит раздавать все долги, которые у вас имеются. Если есть кредит, постарайтесь внеплавного в этот день нести любую сумму. Это поможет вам быстро справиться с денежными проблемами, вернуть кредит и больше к этим вопросам не возвращаться. Обдумывайте все поступки, которые собираетесь в этот день принимать. Иначе, сделав поспешное действие, вы притянете ненужный негатив, который наполнит вашу жизнь ненужными проблемами. Прислушивайтесь к своей интуиции. Если увидите сон, который хорошо запомните, обязательно изучите его. Он может предупреждать вас об опасности. Этот день неблагоприятен для любых других действий, которые связаны со всем, кроме денег. Не стоит браться и за серьезные дела. Даже люди, которые занимаются рассадой, растениями, цветочками, в этот день избегают такой работы, так как ничего не будет расти. Ни в коем случае не вступайте сегодня в дискуссии именно в этот день, которые могут привести к ссоре, чтобы потом не думать, как наладить отношения с данным человеком. Нельзя в этот день одалживать из дома никакие продукты, особенно муку и соль. Это отберет у вас благополучие. Пятница – это очень благоприятный день для начала новых отношений, для возобновления искры в семье, наполнения ее страстью, новыми эмоциями, впечатлениями. В такой день хорошо ходить на свидания, пробовать что-то новое, браться за трудные дела. Все будет получаться с легкостью, а результат будет очень положительным. Если вы давно в отношениях и хотите перейти на новый уровень, делайте предложение именно в пятницу. Такой брак будет крепким и дружным. А вот путешествия не стоит планировать в этот день. Для этого занятия подберите другой, более подходящий день, если, конечно, хотите получить только позитивные эмоции. Не стоит в этот день перестилать и постельное белье, так как такое, казалось бы, безобидное действие притянет кошмары, бессонницу, страхи и панические атаки. Не стоит мыть и полы, так как это приведет к разногласиям в семье. Оставьте домашние заботы и посвятите этот день отдыху, прогулкам, встречам с близкими и родными людьми. Если вы решите пересадить урожай в пятницу, которая попадает на 13 число, то такой урожай не вырастет. Устроившись на работу в такой день, кроме усталости и разочарования от нее, вас ничего не будет ждать. Одолжив хотя бы что-то в этот день, вы останетесь без денежной энергии, а денежные потери будут настолько большими, что это за короткий промежуток времени приведет вас к безденежью. Пятницу 13-го проводите в спокойном режиме. Ни с кем не ругайтесь, ничего без надобности не делайте. Таким образом, вы обязательно избежите бед и проблем. Суббота – день с положительной энергетикой, и испортить его практически невозможно. В этот день хорошо делать любые действия, связанные с землей, с посадкой, пересадкой и так далее. Хорошо также делать все дела по дому – уборка, смена постельного белья, стирка. Все это притянет ваш дом и к вам только светлые энергии, которые способны наполнить вашу жизнь успехом, благополучием и счастьем. В такой день хорошо немного поголодать, дать организму разгрузиться, начать заниматься спортом, пусть даже легким видом. Не стоит в этот день давать деньги в долг, это приведет к непредвиденным расходам. Старайтесь совершать в этот день больше добрых поступков, и эти энергии в большом размере и в скором будущем к вам вернутся. Покормите, как вариант, уличных животных и птиц.
Далее воскресенье. Воскресенье – такой день, который обычно всегда наполнен радостью. В такой день нужно проводить время в большом количестве с самыми родными людьми, организовывать различные домашние праздники, заводить новые традиции. Также очень подходящий день для помощи людям и добрых поступков. Постарайтесь в этот день больше отоспаться, провести на свежем воздухе. Это поможет вам энергетически перезагрузиться, стать сильнее, получить больше светлых энергий в свою жизнь. В этот день нужно выглядеть на все 100. Это поможет вам стать еще более обаятельнее, красивее и, возможно, даже сексуальнее, что не оставит окружающих вас людей равнодушными. Они будут вами обязательно восхищаться и хорошо побаловать себя и свою семью в этот день, покупая подарки. Тратьте в этот день деньги только в свое удовольствие. Не забывайте, чем больше счастья они вам принесут, тем быстрее вернутся. Займитесь в этот день тем, что доставляет вам удовольствие. В такие дни отлично планировать и проводить романтические вечера при свечах. Так вы будете еще и с помощью свечей и всплеска особой энергии между вами очищать свое биополе и энергетику жилья. Как вы видите, это все очень простые советы, но придерживаясь их, вы сможете притягивать к себе все то, что только пожелаете, и избегать различных неприятностей, особенно связанных с деньгами. Благодаря этому вам не нужно будет думать, где брать деньги, как раздавать долги, каким образом возвращать денежную энергию в свою жизнь. Изучайте постоянно что-то новое. Не стойте на одном месте, и вы увидите, сколько всего прекрасного будет в вашей жизни, какая интересная и разнообразная она будет. Девочки и мальчики, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, обязательно ставьте лайк этому видео, ну и также обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.